Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня мы поговорим о новой версии Майнкрафта 0.14.0. Ну, новости Майнкрафта сообщают, что будет добавлен новый моб. Это ведьма. Что ж, идем дальше. А дальше у нас идет Джейсон. Он добавил поддержку тыков, то есть мы сможем надеть тыкву на голову и, так сказать, спасаться от эндерменов. Дальше Томас намекает на текстурпак, то есть высококачественная текстура лучше, чем обычная. А дальше Джейсон добавил поддержку голых мобов, то есть мы сможем одевать их на голову. Дальше Томас пишет, что он хочет добавить искусственный интеллект волкам, то есть они станут умнее и не будут лезть в огонь. И Томас добавил блок слизня, на котором мы сможем попрыгать и делать из него механизмы. Также Томас сообщает, что если вы будете знать порты и API, вы сможете играть на большом расстоянии в новой версии Майнкрафта. Новости Майнкрафта сообщают, что, возможно, будет добавлен текстурпак в новой версии Майнкрафта. И на последнюю новость, Джейсон добавил компаратор, раздатчик и воронку. Это все официально. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.